Для пенсионеров, для нас ничего перспективного в будущем не будет и нет. Тяжело, тяжело вот так вот ходить в таком положении, понимаете, пересекать границу, соблюдать все вот эти вот инстанции, все, поэтому руководитель должен быть хороший, который бы все изменил, и прислушивался к простому народу. Я не верю. Не верю в переговоры. Почему? Потому что уже сколько они переговаривались, ни... толку нет. Ну нет. Ну результат. Хоть бы маленький результат. Его просто нет.